Здравствуйте, братья и сестры. Сегодня в студии с вами я, Дмитрий Володихин. У нас замечательные гости. Ольга Игоревна Елисеева, известный историк, писатель, кандидат исторических наук. Здравствуйте. Не так давно Ольге Игоревне была вручена высокая литературная награда, премия «Золотой Дельвик». И, во-первых, я хотел бы, чтобы вы, уважаемые слушатели, присоединились ко мне в моих искренних поздравлениях. Это достижение, это, можно сказать, прописывание имени в святцах литературы. Спасибо большое, Дмитрий Михайлович. А теперь поговорим не только о самом успехе, но и о том, что явилось его причиной. Ольга Игоревна, насколько я помню, была награждена за книгу «Радищев», которая вышла в серии «Жизнь замечательных людей». Да, это именно так. Мне вручили премию за книгу «Радищев», и, как было написано на моем дипломе, вручавшемся вместе с медалью и бонусами, за новое слово в русской исторической литературе. Я, честно говоря, не очень хорошо понимаю, что тут в моих писаниях нового, но если говорить по совести, то Радищев – это действительно первая в отечественной историографии биография этого героя, которая написана критически, без симпатии к персонажу. И вот тот факт, что за такую, в общем, спорную, трудную работу мне выдали премию, и как бы одну из наиболее звучных в нашей стране литературных премий, меня необыкновенно поразило, потому что положено и принято немножко гладить так по шерсти своего героя, и в большинстве случаев я очень люблю любить героев, прежде чем о них писать. Но в данном случае это не получилось. Ну, а помимо книги «Радищев», сделанной достаточно критически, за Ольгой Игоревной, за ее пером, числится несколько других книг, которые представляют собой не только литературные биографии крупных литературных деятелей и государственных деятелей, но и разбор мифологии, которая создавалась последовательно многими поколениями. Сначала людей, которые еще в эпоху Российской империи были настроены революционно, либерально, и очень критически, скептически, а то и прямо, скажем, враждебно к власти, к вере, к стране, в которой они живут. А впоследствии самые, пожалуй, мощные напластования этой мифологии появились в советское время. А вот многие считают вас, Ольга Игоревна, человеком, который чистит Авгиевы конюшни, мифологии, связанные с интеллектуальной жизнью Российской империи. Так ли это? Что вы скажете по этому поводу? Вот правы ли эти люди? Серьезно, не знаю, Дмитрий Михайлович. Наверное, конюшни потихонечку вычищаются, и не только моими усилиями. Но давайте задумаемся вот о чем. На самом деле, о наших героях, как таковых, от тех, кого мы приносим будущим поколениям, делать бы жизнь с кого? Делать ее с товарища Дзержинского. Сами вы прекрасно понимаете, что совсем недавно жители Москвы отвергли идею восстановления памятника Дзержинскому на Лубянской площади. И слава Богу. Фонтан все-таки там будет. Фонтан, как говорили братья Стругацкие, нужен для размышлений. Не знаю, для размышлений ли он нам понадобится, но вот наше маниакальное стремление ставить памятники и защищать памятники тем людям, которые убили множество наших соотечественников, вот это меня глубоко удивляет и, естественно, задевает. И возникает вопрос, вот нас очень часто воспринимают как народ неадекватный, странный, со стороны, естественно, со стороны России. И в очень многих случаях я готова эту неадекватность и странность отстаивать. Но вот попробуйте посмотреть на нас все-таки со стороны. Народ не ненавидит тех,
кто его уничтожал, кто уничтожал миллионы людей, а пытается отстоять им их памятники, название улиц, название станции метро, например, Войковская и так далее. И возникает вопрос, у нас что получается? Мы сами себя настолько не любим, мы хотим, чтобы нас убивали, мы хотим, чтобы кто-то, кто больше набил соотечественников, тому и выше памятник, получается. Получается, что так, как же нас тогда в таком случае не считать странными, откровенно говоря? Как же нас такой, в такой ситуации не считать идиотами, скажем так? А с другой стороны, вот любой социальный опрос, Левада-центр или официальные какие-то центры, которые у нас, вопросы, которые проходят, показывают, что наши с вами соотечественники больше всего на свете, больше кризиса, больше потери возможности пойти на работу и получить адекватную зарплату, вот больше всего этого боятся социальных потрясений. Все-таки, значит, задним умом мы с вами крепки. Значит, мы помним как-то вот за своими бабушками и прабабушками, что такое эта социальная революция. И как, чего она стоила? И чего она крови? Нам в реальности стоила? Какой страшной крови она стоила стране? И значит, мы все-таки помним. Так вот эти два направления. Любим памятники советские, с одной стороны, а с другой стороны, все-таки помним, что социальные потрясения плохи, они постепенно расходятся. Постепенно в голове нашего с вами соотечественника, обывателя не в плохом смысле, а в самом прямом, который по замечательному выражению Екатерины II «да опасно ходит», то есть с опаской озирается вокруг себя. Вот миросозерцание этого обывателя, вот эти постепенно оно становится как бы на свои места, встают реперы все необходимые в этом сознании. Ну вот с этой точки зрения мы поговорили о памятнике Дзержинскому. И вот можем ли мы, возвращаясь к вашему герою, сказать, что Радищев в какой-то степени духовный предтеча Феликса Эдмундовича и избавляться от какого-то слепого интеллигентского преклонения перед этой фигурой, так же естественно, как не давать Железному Феликсу вернуться на место фонтана. Спасибо большое, Дмитрий Михайлович. Очень правильное возвращение в русло Радищева произошло. Радищев Александр Николаевич стоит у истоков всего нашего современного революционного движения в нашей стране. Абсолютно неважно, коммунисты это или люди, которые стремятся к анархизму, или возрождают некие эсеровские понятия. Любое стремление революционно перевернуть страну, изменить ее, оно восходит к Александру Николаевичу, потому что он был таким вот революционером без революции. Революция произошла в этот момент, в момент его жизни во Франции, Великая Французская революция. Он вдохновился этим, написал книгу о том, как хорошо было бы призвать Русь к топору. Он заразился этим. Естественно, заразился этим. Призвать Русь к топору. И вот давайте посмотрим, а что будет-то? Понимаете, мы не можем рассматривать наших героев так, как если бы Русь на этот призыв не откликнулась. Прошло 100 лет, наши с вами предки, они долго думают, почесали они голову и откликнулись на этот призыв, конечно, не призыв в тот момент уже Александра Николаевича, а его духовных последователей. И что же произошло? Понимаете, Городницкий был прав. Не зовите Русь к топору. Не от этого ли топора? Помирать вам придет пора. Запылает родительский дом, не потушишь его потом. Так вот, у нас пополыхал уже родительский дом-то. Нам трудно. Здравая мысль. Может, хватит? Может. И понимаете, какая еще интересная особенность? Ни один и не два раза происходили у нас в стране социальные потрясения. И мы обрушивали свою собственную страну себе на голову не один и не два раза. Может, хватит? Ну, если говорить о героях, которые когда-то были вознесены на пьедестал
республикой, зараженной вирусом французского просвещения, революционного и атеистического по самому глубинному духу своему, то ведь дело не ограничивается одним только Радищевым. У вас были... Вы дали портреты нескольких персон, которые так или иначе либо были вознесены на пик молвы, или наоборот ниспровергнуты. Вот, в частности, примером первого служит Дашкова, своего рода кумир людей, которые сами себя называют вольнолюбцами, а на самом деле, в общем, это, как в старину говорили, потаковники смутьянов. И наоборот, несколько книг о Бенкендорфе, человеке, которому заслужил добрую память потомков гораздо больше, чем разного рода опасные болтуны. Ну, понимаете, какая штука? Вот всякий раз, когда мы пытаемся рассказать о героях, сделавших для нашей страны очень и очень много, ну, в частности, вот Александре Христофоровиче, мы много говорим о коррупции, о том, как она мешает развиваться нашей стране. Ну так она не первый раз мешает развиваться нашей стране. И в течение 19 века были такие периоды, и в течение 20 века тоже появлялись такие периоды в жизни нашей страны. Вот Александр Христофорович первым победил коррупцию в нашей стране. Давайте попробуем поучиться. А для этого нужно поднимать архивы, для этого нужно обращаться к опыту третьего отделения, ведь оно было создано не для борьбы с прогрессивными писателями. И возникает вот тоже такой любопытный вопрос. Каждый раз, когда кто-то заговаривает об опыте третьего отделения Бенкендорфе, сразу возникает ответная реакция. А Пушкин? А вот они гнобили Пушкина, не любили Пушкина. И с этим надо разбираться. Ну, то есть, условно говоря, Бенкендорф был призван на службу не для того, чтобы мучить Пушкина, а для того, чтобы держать взяточников в ежовых рукавицах. Ну, совершенно верно. Не для того, чтобы мучить Пушкина. И Пушкин не играл такой уж большой роли в жизни третьего отделения, как это рисуется нашим специалистам с начала 20 века и в течение всего 20 века специалистам-филологам подчас. Нет, ну, конечно. А вот Бенкендорф, допустим, это победа над коррупцией. В чем она выразилась? Не могли бы дать какие-то примеры? Вы знаете, ну в чем она выразилась? Чиновники стали брать по чину, что называется. Понимаете, совсем отучить нашего чиновника от взяточничества, это погрузить его в состояние летаргического сна, когда он даже перекладывать бумажки перестанет. Но дело в том, что коррупция это вообще такая грядка, которую нельзя прополоть, а потом посыпать дустом, чтобы на ней вообще ничего никогда не росло. Иначе не вырастет на этой гряде и ничего полезного. Просто это гряда, которую надо время от времени пропалывать. И поэтому третье отделение занималось вот такими прополками в России или в губерниях, которые присоединились к России, например, в Закавказье. Ну, в Азийских губерниях поменьше брали решительно. Там были более старательные и более как бы жестокие помещики, но брали там несколько меньше. А вот на Кавказе, в кавказских губерниях, значительно превышая некий такой российский минимум. Всякое здравое разумение. Всякое здравое разумение, естественно. Там можно было заставить целый город на себя, ради себя, скажем, торговать, и если вы крупный начальник, и так далее. То есть российские чиновники, привыкшие к нашему взяточничеству, приходили в глубокое сомнение, когда видели то, что происходит на Кавказе и в южных губерниях. Другой вопрос, что, например, был целый регион, где и губернаторов не трогали, и как бы взятки были очень низкие. Это регион сегодняшней Новороссии, это регион сегодняшнего Крыма. Это регионы, продолжающиеся до Одессы. Там просто очень хороший
генерал-губернатор сидел, Михаил Семенович Воронцов. А вот сейчас мы как раз к таким персонажам и перейдем. Резюмируя то, что вы сказали о Бенкендорфе, Александр Христофорович когда-то, пользуясь, извините, современным языком, ввел беспредельщиков в берега. В берега. Вот. Но вот мы видим совершенно заплеванную фигуру, униженную, неадекватно униженную, которая между тем занималась полезной деятельностью, призывая к ответу людей, которые ну, просто-напросто разоряли и население, и казну. Но это, допустим, один названный вами пример государственного деятеля, который приносил пользу России. Очевидно, таких деятелей гораздо больше. И вот мы подобрались к губернатору Новороссии. Я рад был бы, если бы вы рассказали о нем и, может быть, дали пример еще нескольких крупных фигур. У нас очень хорошо помнят революционеров. У нас молятся на Стеньку Разина, на Пугачева, на Радищева, на какого-нибудь там, я уж не знаю, Ильича Лукича. А вот что касается людей, которые служили, тянули лямку и приносили пользу народу, вот о них как-то забываю. Так, может быть, стоит напомнить их имена? Без сомнений, у нас, начиная со второй половины XIX века, в течение всего XX, и вот мы несем этот тяжелый крест, на самом деле, на себе, тяжелый крест вот такого ненормального героизма, героизма разрушения. Вот помнят в основном людей, которые призывали Русь к тому, чтобы она встала на попа. И изменила самое себя, и изменила себе. Буквально пошла бы с топором на попа. Да, кстати, между прочим, и пошла бы с топором на попа. Что, к сожалению, у нас и произошло в начале 20 века. Но были действительно люди, приносившие реальную пользу. Почему мы не говорим о Муравьеве Амурском, много сделавшем для своего края? Подчас, ну вот, что касается Михаила Семеновича Воронцова, губернатора Новороссии. Губернатора Новороссии. Все-таки Николай I был очень строгим государственным деятелем, очень строгим государем. И когда один из его друзей, генерал Перовский, отправляется в большую сенатскую ревизию по стране и пытается что-то сказать не очень лестное о Воронцове, Николай пишет ему короткую записку. «Я уже просил вас ни при каких условиях не трогать ни Воронцова в Одессе, ни Голицына в Москве». Действительно, сидели люди, которые могли управлять этими огромными регионами, и государь как бы закрывал глаза на любые попытки их потеснить каким-нибудь образом. Опорочить. Опорочить подчас. Почему закрывал глаза? Чем были хороши Воронцов и Голицын? Дороги строили, по которым мы с вами ездим, между прочим, по сию пору. Что касается Воронцова, то на юге и сейчас плохо с водой. Но поверьте, вот эта вот жажда, которая охватывает по пресной воде любого находящегося на юге человека, она связана во многом с ростом населения. Каждый раз долбились глубокие скважины и решался вопрос о том, чтобы напоить то население, которое уже было на юге, уже было в Крыму, уже было в Новороссии, в степной части. Собственно, нам все время говорят, что в России большая беда, дураки и дороги. Но, знаете ли, проблема, которая звучала бы «дураки и бездорожье», была бы куда как неприятнее. Вот Воронцов, например, ее ликвидировал. Старался ликвидировать настолько, насколько ее возможно ликвидировать в наших природных условиях. У нас ведь, согласитесь, дорогу построили, прошло время, прошла наша сезонная, как обычно, зима, там, значит, размыло дорогу, и ее нужно снова поновлять. И за этим обязательно должен следить генерал-губернатор той или иной области. Москва не просто крупнейшее, скажем, место, не просто крупнейший город в стране, место, где собирается дворянство. Это, конечно, все очень хорошо, но Москва крупнейший купеческий центр страны.
и нужно уметь покровительствовать этому купечеству. Здесь и Голицын, и главное, Арсений Андреевич Закревский очень хорошо отметились с полным пониманием и умением, как организовать взаимоотношения между купечеством, создать, говоря современным языком, площадки, на которых эти люди могут встречаться и решать некие неформальные вопросы. Что касается вообще деятелей XIX века, то я бы, конечно, выделила среди них Павла Дмитриевича Киселева, проведшего реформу государственных крестьян, фактически освободившего крестьян по приказанию Николая I, и это нужно было сделать в отношении государственных крестьян, прежде чем делать в отношении помещичьих. Конечно же, нужно говорить о Паскевиче, об Иване Федоровиче, тоже яркий очень военачальник, и тоже заплеванные личности в основном. Таким образом, получается, что мы на хороших людей, делавших что-то полезное для нас, то, чем мы по сию пору пользуемся, закрываем себе глаза, а на революционеров старательно выкапываем, рассказываем, какие они были замечательные, а вся замечательность сводится к тому, что чтобы уронить страну нам на голову. Давайте не будем страну-то ронять. Ну что ж, Ольга Игоревна, я так чувствую, что этот пафос очищения авгиевых конюшен вы и далее будете проводить в своих книгах. Какие у вас на этот счет творческие планы? Ох, не люблю. Раньше времени план-то... Вот так вот раскинешь планы, а потом они никак не сбудутся. Я могу сказать только одно, что после Дашковой, после Радищева, я очень не хочу писать о людях, которые что-то портили и предлагали какую-то такую разъедающую душу философию. А лучше о милостниках, чем о пакостниках. Вот лучше работать с теми людьми, которые по-доброму относились к своей стране и по-доброму относятся к нам. Понимаете? Потому что любой, на самом деле, биограф понимает, что рядом с ним, к нему приходит какая-то душа и требует, чтобы о ее деятельности рассказали. Так вот, Радищев тяжелый был крест, Дашкова тяжелый крест. Я бы очень не хотела говорить больше о таких людях. Мне гораздо ближе Николай I, мне гораздо ближе Бенкендорф, мне гораздо ближе Паскевич. А что касается проблемах декабризма, то вот очень надеюсь, что в этом году на наш первый канал все-таки выйдет фильм «Декабристы» двухсерийный, к которому я и имела счастье как сценарист приложить руку. Очень надеюсь, что он не забуксует. Хочется надеяться, что мы наконец узнаем всю правду о декабристах. Но если не все, то хоть какую-то часть. Как говорил один мой знакомый, не все там было светоносно. Что ж, я думаю, что наша беседа была чрезвычайно информативна. Я напоминаю, что в гостях в нашей студии была Ольга Игоревна Елисеева, знаменитый православный историк, писатель, лауреат Делевиговской премии. Благодарю вас за внимание. До свидания. Всего доброго.